Чай, бро, меня зовут Рази, я делаю разные лэдсы. Ну, например, пока... Агарю. Ну все, чай тебе, удачи и пока. Да, ссылочку на меня ты найдешь в описании. Только не забудь найти меня в описании после просмотра этого видео. О, какая блатная детская коляска. Пайпер, ты хочешь детей? Ты сегодня как-то печально выглядишь, ты не в моде. Тебе нужен рефреш гардероба. Вот, смотри, что я нашел. Это тебе. Сейчас мы посмотрим, куда этот конус тебя определит. Гриффиндор или Слизерин. Ладно, давай поговорим, что ли. Я хочу посмотреть, как она на тебе стоит. О, господи, Пайпер, ты такая красивая. Тебе реально идет. Правда, мне хочется кликнуть на твою голову и посмотреть фильм. Мармок. Чё, блядь? Чё, блядь? Чё там? Чё за хуйня, блядь? Да быть того не может. Опять представители братства стали. Так нахрена я вас отвергнул? Я же не знал, что вас так много. Что такое? Кажется, ты чешую свою теряешь. А как он стреляет? Я же пушку его отбил. Он почти мой! Так, самые необходимые, самые мелкие вещи в этой игре самые нужные. Это крышки и патроны. Все, шлифуемся отсюда. Так, а это что? Погодите. Это вы не здесь бег на перегонки, что ли? Я тоже участвую. И хочу быть первым. Мне нужно первое место. Хотя бы здесь, в игре. В этой сраной гонке. Жизнь, боль. Давай, спортсмен мой жестяной, подай газку немножко, разозлись, пожалуйста. Нет, спринт, разгонись, черт! Надо же, один споткнулся. Что вы все встали? Что, без фанфар никак? Да ладно, вам не смотрите так на меня, я тут ни при чем, он споткнулся. Разве ты своими вебками что-то видел, арбуз алюминиевый? В дуло мне смотри. Вы ничего не видели. Понятно вам? Понятно, я спрашиваю. Во-во, ладно, все, успокойтесь. Твари, испепелили меня, даже обосраться не могу. Да. Я не советую лежать на животе, но это твое дело. Чарли, Ричи, Бонни, Альма, Спайк! Спайк, это ты? Черт подери, что с тобой? Только не говори мне, что ты опять набухался кислого молока и полез плавать сучками. Ты уже во сне плаваешь. Эй, привет, дружок. Ты какой-то нескладной. Не хочешь меня покатать? Давай полетим сквозь ночь, сквозь дождь. Поехали. А я обещаю с твоей задницы перья не выдергивать. Что? Да, блядь. Тут все предусмотрено, можно вот так вот. О, Кегли. Намек понял, Бетезда. Так, тут даже и мячик есть. Ну-ка. Правда, он баскетбольный, но я думаю, он нам подойдет. Бросок. Страйк! Ура! С первого раза! Да какого черта? Что это было? Ну-ка, повтори. Что за чертовщина? Меня как будто на перфораторе покатали. Прости, Валентайн, но я нашел здесь себе горку. Ладно, я накатался. Включаем фонарь, чтобы тёлки текли. Пошли. Да черт, это вообще не эпично. Валентайн, ты что там медузу натягиваешь? Вылезай давай, у нас задание. Он там делает. Что происходит? Землетрясение! Что за фигня? Валентайн, вылезай! Посмотри на это! Что ты делаешь, вилка в коже? Что, блядь, это было? Что за наркомания? Ладно, сейчас я попробую убрать свою силовую консерву отсюда. Может, это прекратится? Не бесись.
Мы уже уходим. Так, где там наш этот продавец? Ну-ка, покажи мне еще раз пушки. Да хватит базарить. Блять! Не то! Минутку. Никто пока что на меня не агрится. Какого хрена я хотел диалог пропустить? Почему я выстрелил? Почему все такие неравнодушные? Я что, чмошника убил? Что делать после того, как я проникну внутрь? Ты вернешься в институт и захватишь телепорт. Конечно, институт и бюро робоконтроля тут же объявят мобилиза... Что? Я тебе и расстрелять сейчас, говно! Но времени на это нет. Ладно, Дездемона, что там делать надо? Да нет, все по новой, что ли? Ты что с тобой сегодня не так, Ник? Соберись! Ты себе что, не тот стимулятор вколол, что ли? Не надо мне тут на носочках скользить. Ходи нормально, пятки используй. Ты вы только посмотрите на эти движения. Ты чё меня позоришь, детектив? Да ты приколист. Ну, хотя бы пушку нормально держишь. Издалека, если смотреть, то вполне нормальный человек. Без щеки. Рвитесь в клочья! Лепота! Какая лепота! Вау! Заверните мне еще два таких с собой. Пошла волна. А, правда, она какая-то дешевая. Да и так сойдет. Подождите, секундочку. А куда мы летим? Нет, серьезно. Куда мы летим? Мы же покидаем пределы карты. Что происходит? А ну-ка. Куда мы летим, мать вашу? Нигер! Куда ты нас везешь? Я собаку не покормил. Мы по-прежнему летим. Да. Пилот по-прежнему в трансе. Я по-прежнему хочу убивать. Вот, кстати, мы сейчас врежемся в землю. А. Нет, мы прошли сквозь текстуры, все нормально. Полет ровный, держим курс. Знаете, подземка, я тут для себя решил. Вы какие-то ёбнутые, нам с вами не по пути. Убивать людей, чтобы спасти роботов, у которых якобы есть душа, чтобы их потом перепрошить. Вы, блядь, самые странные фракции, если честно. Вот, кстати, этот нигер, который пытался меня за пределы карты утащить, гори в аду, спасибо, не надо, на и тебе. Прощай, Дездемона, нам с тобой не по пути. Спасибо за квесты. Вот так вот легко, а главное быстро можно размазать по стенкам сраки целой фракции. Спасибо за внимание. Я в институт. Так вот как они синтов делают. Прям с костями, что ли? Вот черт. Они из мяса, что ли? Я думал, нет. А вы можете мне курочку сделать и сразу приготовить? Что ты его проверяешь? Ты проверь, если ты в голову все положил. А то потом сделайте дебила, который мне дизлайки ставить будет. Жесть. Как все динамично. Карусель, карусель. Это радость для... Что он делает? Сосуды ему строить, что ли? Просто пятый элемент какой-то. Так, а здесь что происходит? Что это за суп? Что, сварили мясо? Ебать! И сразу в трусах! Вы на заказ делаете? Я просто давно хотел себе домашнего маленького столони. Эй, всем обитателям пустоши плазменный привет! Так-то захотелось Fallout сыграть. Попутно вот моментов интересных понасобирал. Надеюсь, что вам видеоролик понравился, и вы поставите палец вверх. И вопросы. Вопросы следующие. Играл ли ты в Deus Ex? Если да, то как игра? Да, дружище, я играл в Deus Ex Invisible War 2003 года выпуска. И в Human Revolution. Которую я так и не прошел, но первой мне запомнилось больше, игра была супер. Эх, ностальжи.
Мармок, если бы ты нашел лампу Джина, какие бы желания загадал? Я бы загадал больше желаний для лампы. Уважаемый Мармок, сыграй в Just Cause 3. Я бы с радостью, еще в день релиза начал бы, но денежку на покупку нет. Вот такая я нищая жижа. Не забывайте подписываться на канал, и да будет вам счастье. Это был 4-й Fallout, опять, и гребаный Мармок, который страдал непонятно чем. Всем пока!